Мы приехали на небольшой склад, где хранились вещи. Сейчас будем потихонечку выгружать коробки. Здесь народ хранит свои трейлеры. Никого нет. Открываем наш юнит. Не говорить, не сорить, спасибо. Тут много разных дверок. Я думала, это весь ангар наш. Прикольно. Покупаем диван при помощи специального приложения. Сейчас мы найдем его. То, что мы откопали. Да. В сторидже. Приложение показывает, как диван будет тот или иной смотреться. Мы пытаемся понять, влезет он у нас или нет. Вроде влезает. Давно на него смотрим, но так как все магазины закрыты, пытаемся вот таким образом понять, влазит у нас свет в гостиную или нет. It's definitely not gonna be that small. Так, нам привезли кровать. Кровать дорогущая. Ну вот не знаю, мне прям хочется докопаться вот до такого качества. Цвет вроде такой, какой мы выбирали. Да, наверное, какие-то запасные части. Ну, что-то как-то, блин, по-колхозному. И не собрали. Ну, это, наверное, из-за ковида. Просто выбрали вот эти вот ножки. Сюда, тут вторая часть. Получается, низ. Это вверх. Это вот наш гигантский матрас. Будем сами собирать наше лего. Ну, хотя бы цвет хороший. Мы хотим покрасить вот эту стену в темно-зеленый. Сделать в таком темном цвете, чтобы было будуарно. Будуарно. Как обычно, остаются какие-то детали непонятные. Что с этим делать? Не знаю, подсказывайте. Все падает. Что за штука такая? Не знаю, вот так вот мы прицепили ножки. Надеюсь, нормально все будет. Это вот верхушка. Потом покажу, что получилось, когда соберем. Зашло, что надо делать. Мы сейчас этими пластиковыми скобами будем скреплять матрас. Не матрас, а части кровати. Вот тут. И то же самое внизу. Смотрим ссылку. Видео на YouTube. Как собирать кровати. По идее, не знаю, мне кажется, должны были дать инструкцию или хотя бы ссылку на это же видео, как собирать это. Но интересно, конечно. Мы собрали кровать, сейчас мы ее перевернем. И только когда вот мы уже прикрепили верхушку, до меня дошло, что вот этот первый цвет, который мы выбрали изначально, что мы буквально через часов 12 решили, что нам нужен другой цвет, темно-синий. И я такая сейчас смотрю на него, думаю, блин, мы же вроде другой цвет выбирали. И мы такие, типа, точно. Он серым кажется, но он такой больше зелененький. Как говорится, камера не передает, но вот он зеленый. Такой цвет морской волны. Ну, ладно, зеленый так зеленый. Выходим из подъезда. Идем проверять, открыли ли нам мусорку или нет. Вот это вот отдельное маленькое здание. Это наша мусорка. У нас там должен быть отдельный бачок, куда мы должны скидывать весь мусор. Вот эти вот дома еще не сданы. Кто хочет, заезжайте. Какая красота. Вот про эти два дома скоро расскажу, какой-то капец. Я разочарован. Так, здесь уже стоит ключ. У меня, по идее, был свой. Ну, ладно. Проверяем. Нифига нету. Должны были быть бачки. Ну ладно, в следующий раз. Придется нам самим отвозить мусор.
обратно. А вы тоже видите отчаяние в этих глазах? Кошка меня терпеть не может. Потому что я постоянно ее тискаю, пытаюсь на руки взять. Просто она, когда к ней приближаюсь, она начинает убегать. Но, несмотря на это, она почему-то мне доверяет. Мы когда перевозили все вещи, все наши пожитки из дома в эту квартиру, все переживали, как же мы будем ее запихивать в ее переноску. Я сказала, вы что вообще? Под кофту сейчас ее засуну. Просто зажму ее и нормально, доедем. В итоге, да, мы спокойно сели с ней в машину. Она походила, не походила, посмотрела во все стороны, помявкала, что хозяина нет. Потом хозяин пришел, и мы потихонечку, спокойно доехали. Положила голову мне на локоть, и мы доехали. Только когда вот уже приближались к самому дому, она начала вякать, что это надоело ей. То есть вот в экстремальных ситуациях она мне доверяет, но обо всех остальных... Не очень. Вот сейчас, наверное, начнет уходить. Нет? Пикси? Пикси? Не пойдешь? По какой-то неочевидной причине садовый центр является магазином первой необходимости. Поэтому сюда можно пойти. Мы сейчас приехали погулять, посмотреть. Может быть, будут какие-то цветочки, фикусы, которые можно прикупить для квартиры. На самом деле мы приехали так погулять, потому что мы только второй день можем выйти на улицу. Почему бы не сходить куда-то, что открыто. 15-5 минутах езды. Впервые приехали в парк, называется парк открытий, или центр открытий, да, Discovery Center. Такое основное здание, там можно купить кофе, какие-то еще плюшки, я еще не заходила внутрь. Вот так вот у нас зелено, у нас сегодня 27 декабря, деревья без листьев, но травка зеленая. Повезло, что сегодня солнечно. Можно прогуляться. Дождь вчера был очень сильный. Везде вода, лужа. Вот я, если честно, стою сейчас в пуховике своем, таком теплом осеннем. Дети, как вы видите, гоняют просто в свитерах. Здесь люди очень странно одеваются. Я могу, хотя я с Урала, я могу быть где-то просто очень тепло, а люди ходят в шортах. Не в сланцах, конечно, в кроссовках, но, блин, в шортах. Девушка есть.
И, наверное, традиционная обувь всех англичан — это вот эти резиновые сапоги. Смотрите, они вот у всех. Я еще пока не приобрела себе такие, но очень надеюсь, что в ближайшее время куплю. Потому что многие даже пешеходные улочки, они, ну, грязные. И много воды. То есть обычная обувь, тоже кожаная, она прям промокает. И еще они очень любят собак. Почти у каждой семьи есть собака. Вот смотрите, вот тут две собаки. Вот там еще одна женщина с собакой идет. Прям Англия — страна собак. Классно. А вот это лесной экстрим по-эссексски. Да, мне вроде нравится конструкция, но как будто вот деревьями, как у нас в парке, как будто прикольнее. Я так понимаю, тут, наверное, одна только тропа. У нас вроде несколько. Ну ничего, весело. Это вот главное здание с обратной стороны. Это семейные качельки. Как я говорила, этот центр называется центр открытий. Пока единственным открытием для меня стало, что никто маски не носит.